Итак, всем добрый вечер. Сегодня мы будем делать парочку стейков с картофелем пайдаха. Для этого нам понадобится сам картофель, оливыч, само мясо у нас Black Angus, якобы. Хотя хер знает, что там на самом деле стоит. А петрушка, укроп, перец черный, паприка, соль. И тут смесь трав. И куркума. Если нет смеси трав, то можно взять розмарин или тимьян. Итак, приступим. Итак, первым делом начнем с нашей картошки. Нарезаем ее на 4 части, перед этим нормально промыв и убрав всякое говно с нее, как вы видите. Также за кадром я сделал таких 5 более-менее стейков. Как видите, качество мяса добротное. Сейчас они у нас полежат. Из них уйдет лишняя влага. И после картошки будем делать их. Едем дальше. Теперь приступим к нашей заправке для картошки айдах. Для начала порежем петрушку, укроп. Без этих вот корней. Стебелей, называйте как хотите их. Стебелей, стеблей. Ну какая разница. Нам нужны только листья. Потом их перебьем в труху. И все это замешаем вот здесь. Но далее вы все увидите. Вот мы убили нашу петрушку и укроп в труху. Теперь будем делать айдахо соус. Давай, приступай. Так. Оливыча. Я руки сполосну. Хорош. Теперь наши специи пошли. Так, сначала у нас смесь трав. Там вообще нет, поэтому вторую еще добавим. Да. Давай вторую смесь трав. Сколько там? Все, высыпай тоже. Это не смесь трав, это итальянские травы. Ну, то же самое. Все, сыпь. О! Паприку тоже все, там очень мало осталось. Так, паприка пошла. Куркумы половину. Это карри. Ну карри, да, там куркума есть в составе, как бы. Чтобы был такой цвет желтый. Хорош, хорош, думаю. Черного перчика. Какое количество? Я скажу, как хватит. Хорошо. Так, где-то хорош, да. И посоли, соли, можешь не жалеть. Такое количество картошки, я думаю, 1,5 ложки. 2 давай лучше. Ну, это не полный. Еще чуть-чуть. 2. И теперь все это перемешаем. И едем дальше. Все, теперь помешаем нашу картошку. У нас получилось ее так очень много. Сказал, офигенно много. Ну и наше. Все, наше мясо обжарили с двух сторон. По 4 минуты. Вот этот кусок бери, наверное, да. Посмотрим, что там получилось. Я полом режу просто. Да, во! Оно, medium rare. Как и говорили. Давай до конца дорезай. Не, пополам разрежь его. Во. В центре красноватое. А здесь такое, как раз. Сейчас будем делать вторую партию за кадром. И потом покажу вам итоговое блюдо вместе с нашей картошкой. Ну, там уже тоже офигенное, кстати. Все, достали наш офигенный картофан. То, что попробовали, получилось очень вкусно и офигенно. Самый раз. Теперь все это разложим по тарелкам, покажем вам подачу. И вот вы видите конечный результат. Наше блюдо готово. Картофель пайдаха со стейком. Прожарка, как видите, medium rare. Самое то. Все, всем приятного аппетита. Ставьте лайки и бухайте. До новых встреч.